Католическая епархия в Польше направила в местные органы образования письмо, в котором книги о Гарри Поттере названы недопустимыми, так как они поощряют волшебство. Как сообщает Daily Telegraph, в своем письме священники из польского Гливица предупреждают, что в книгах Джоан Роулинг «Опасный мир волшебства» представлен исключительно в положительном свете и предостерегают об опасности Хэллоуина и древних языческих традиций, связанных с днем святого апостола Андрея Первозванного, во время которого молодые люди пытаются предсказать будущее свое и своих сыновей. Учителя и родители должны учить детей обращаться со своими проблемами к Господу нашему Иисусу Христу, а не искать ответы в гаданиях, говорится в письме. Местные органы гособразования, получившие письмо, передали его в школы, но отметили, что не видят никаких причин для принятия каких-либо дальнейших мер в связи с получением предостережения от священников.